Опасность быть пойманным в сети радикалов может подстерегать вас где угодно. Вам навязывают сомнительную религиозную литературу? Не принимайте ее, сославшись на другие интересы. Вам пришло электронное письмо или сообщение с приглашением посетить собрание неизвестной вам религиозной организации? Не принимайте приглашение, не узнав подробности от тех, кто его отправил. Вам звонит неизвестный номер и на том конце провода предлагает поговорить о Боге? Игнорируйте предложение, положив трубку. Вы попали в сложную жизненную ситуацию из-за религиозных проблем? Свяжитесь со специалистами Центра изучения религии по единому номеру 109. Здесь вам смогут помочь.